может быть, на закуску. Да, у меня есть интересная серия про хлопок. Я вам спою пару песен. Вообще в эту серию входят 5-6 песен. Ну, может, я все не помню, но было время в Питере, когда клопы заедали, но просто по-черному. Спасу от них никакого нет. Это вот сейчас случилось, что клопы куда-то пропали. Но зато они все обнаружились в Нью-Йорке. В Нью-Йорке страшная эпидемия клопов. Ходят, морят, но вымереть не могут. Я позже понял, почему так получилось. Дело в том, что вот все иммигранты здесь с собой мебель. Можно было везти с собой гарнитуру мебели. И вот, естественно, наши российские клопы все эмигрировали. Теперь они все в Нью-Йорке. Но у меня в этом есть песня. Я сегодня петь не буду, я спою просто пару песен из этой серии. Друзей есть много в этом мире. Нет, не помню сейчас. Другой сейчас. Поливали кипятком, посыпали порошком, прыскали раствором и ругали кором. Он помалкивал в ответ, у него иммунитет. Шумным разговором, а нам потом, когда кругом все уснули, он с трудом влез на подушку и запел частушку. И морили вы меня, или кормили вы меня, и лишали пищи, и лишали пищи. Когда я еще не раз приползу в недобрый час и попью кровищи, и попью кровищи. Только я еще не раз приползу в недобрый час и попью кровищи, и попью кровищи. Теперь у бедных американцев они пьют американскую кровь.